Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari. Jaya Radha Madhava Kunda Bihari. Gopi Jana Valabha Girivara Dhari. Gopi Jana Valabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunda Bihari. Jaya Radha Madhava Kunda Bihari. Gopi Jana Valabha Girivara Dhari. Gopi Jana Valabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunda Bihari. Jaya Radha Madhava Kunda Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Харе Кришна, добрейшее утро, дорогие преданные. Текст. Угу. Прочитаем несколько стихов из восьмой песни, 21 глава. Господь берет Махараджу Бали под стражу, начиная с 29-го. Падани трини датани. Падани трини датани. Бхумир махьям твая сура. Бхумир махьям твая сура. Двабхьям кранта махи сарва. Двабхьям кранта махи сарва. Тритиям упакалпая. Тритиям упакалпая. Падани трини датани. Бхумир махьям твая сура. Двабхьям кранта махи сарва. Тритиям упакалпая. Падани трини датани. Бхумир махьям твая сура. Двабхьям кранта махи сарва. Тритиям упакалпая. Падани трини датани. Бхумир махьям твая сура. Двабхьям кранта махи сарва. Тритиям упакалпая. Отрежи. Не. Падани. Шаги. Трини, три. Датани, были даны.
Бхумехе. Земли. Махьям. Мне. Твая. Тобой. Асура. О, царь демонов. Двабьям. Двумя шагами. Кранта. Покрыта. Махи. Земля. Сарва. Вся. Третиям. Третий шаг. Упал калпае. Калпая. Попробуй разместить. Литературный перевод, и там дальше через текст будет еще комментарий. Тут уже развязка, кульминация этой истории. Вот там самое невообразимое, как этот маленький браман сделал два шага, покрыл всю Вселенную. Это непостижимо, но мы все равно пробуем это увидеть и понять. О царь демонов, ты обещал дать мне три шага земли. Но я двумя шагами занял всю Вселенную. Подумай теперь, куда мне сделать третий шаг? 30 текст. Явата патья салгабхир, яват индух сахудабих, яват варшати парджаньяс, тавати бхур и ямтава. Тебе принадлежат все земли во Вселенной, над которыми светят солнце, луна и звезды, и где из туч проливаются дожди. 31. Падайке на моя кранто бурлока кам дишастанаха сварлокасте двитиена пашьятасте свам атмана. Часть твоих владений, именуемой бурлокой, я занял, сделав первый шаг. Потом своим телом я заслонил небо и все стороны света. После этого, как ты сам видел, я сделал второй шаг и занял все высшие планеты. Комментарий. Его божественной милости Абхайчарана Винда Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. Согласно ведическому описанию устройства Вселенной, все планеты движутся с востока на запад. Орбиты Солнца, Луны и пяти других планет, таких как Марс и Юпитер, расположены одна над другой. Ваманадева, увеличив свое тело в размерах и сделав гигантские шаги, занял все планеты Вселенной. Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшурн милитам йена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мано биштам стапитам йена бутале своям рупа кадамаям дадати свападантикам вандехам шри гуру кши юта падакамалам шри гуру вайшнавамшча шри рупам саграджатам сахагана рагунатхам там там садживам Садвайтам, Савадхутам, Париджана, Сахитам, Кришна, Чайтанья, Девам, Шри Рада, Кришна, Падам, Сахагана, Лалита, Шри Вишаканвитам, Шча, Хе Кришна, Каруна, Синду, Джина, Бангу, Джагатпате, Гопиша, Гопика, Канта, Рада, Канта, Намоступте, Тапта, Канчана, Гауранге, Радхи, Бриндаванешвари, Ришабану, Сута, Деви, Пранамами, Хари, Прие, Ванча калпа дарубьяхча, крипа синду бьяйвача, патита нам паване бьё, вайшнаве бьё, намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Пангум лангайте шилам камавартай чути мят крипата махам манде Кришна читания Ишварам. По милости Шри Чайтанья Махапрабху даже хромой может преодолеть горы, а немой объяснять ведические писания в глубоком почтении склоняясь к его лотосным стопам и молюсь о его беспричинной милости.
Намо Вишнупадая Кришна Пришта Бутареши Мати Бхактивиданта Свами Нитинами Намасте и Сарасвати Деви Гауравани Прачайни Нивишаш Шунивади Паштитя Дашитарины. Так у нас развязка этой лилы. Ваманадев взял три шажочка земли, которые ему пообещал. Вернее, он взял два шажка, которым пообещал Бали Махарадж. И такая ситуация оказалась, что некуда было поставить третий шаг. И если смотреть на текст, интересно, что два шага-то уже сделаны, и уже ж пообещано было, что все, три шага делаешь, и все, что ты покрываешь этими шагами, и не только шагами, как в предыдущих там местах в комментарии было сказано, что, если не ошибаюсь, Джива Госвами, он комментировал, что шаг подразумевает не только шаг стопой, но и то, что над этим, то есть пространство, которое занимает тело, также относится к этим шагам. И здесь мы в этом тексте прочитали, в 31-м, где Вамана говорит, что я занял, сделал первый шаг, бурлоки, владение бурлоки, потом своим телом я заслонил небо, ну так получилось, расширилось, да, и все стороны света. И после этого, как ты сам видел, я сделал второй шаг и занял все высшие планеты. Ниши и высшие. Все пространство он занял. Но в предыдущих текстах, все, это уже ему должно принадлежать. Но в предыдущих текстах, тут же рядышком, он говорит, что тебе принадлежат все земли во Вселенной. То есть он в данном случае еще не отрывает это отождествление Ваманадеву. Он еще говорит, ну это ж тебе принадлежит, хотя на самом деле уже не ему. И я размышлял, у нас такой небогатый комментарий, для меня, по крайней мере, потому что я мало что могу сказать про орбиты Солнца, Луны, про то, как расположены планеты во Вселенной. Но вот в последнем предложении Шрила Прабхупада говорит, что Ваманадева увеличил свое тело в размерах и, сделав гигантские шаги, занял все планеты Вселенной. И это подразумевает, что все, уже это ему принадлежит. И вот следующий текст в 32-м, там комментарий, который завтра Друва Махарадж Прабху прочитает лекцию. Есть вообще замечательное предложение, которое вчера также упоминалось на лекции, о том, что таким образом Ваманадева велел Махараджи Бали отправиться в ад лишь для того, чтобы показать всему миру неиссякаемое терпение Бали. То есть, поскольку он уже не мог ему третий шаг предоставить, он говорит, ну ты нарушил договор, контракт нарушен, поэтому в ад. И вот это все делалось для того, чтобы всему миру во веки веков, до наших дней и на вечность дальше, показать этот пример удивительного терпения, удивительных качеств Бали Махараджа. Но перед этим, вот в 29-м тексте, Бали Махарадж обращается к нему: «О царь демонов!» То есть, «О демон!» Но тут же уже через несколько стихов подчеркивается его возвышенное качество вайшнава, по сути. То есть, терпение, оно рядом со смирением, которые нам необходимы, это является составляющей части стабильной духовной практики, ништхи. Да? И третий стих, Шикшаштаки, он говорит о том, что эти качества необходимы для того, чтобы совершать киртания садахари, постоянно воспевать. Да? Смирение, терпение, способность выражать почтение каждому и не ожидать почтения к себе. И Махарадж, он тут также проявил это качество, способности выражать почтение и не ожидать почтения к себе. Потому что когда он увидел Ваманадеву, он выразил все необходимое почтение, приветствовал его, все как подобает встрече Господа или садху, вайшнава. И казалось бы, ну как
эта часть понятна, да, мы тоже готовы порой послужить и готовы выразить почтение, но вот внутри есть эта потребность, потребность обратки какой-то, потому что ж любовь – это взаимообмен, и мы же хотим обмениваться, но обмениваться надо не этим, ну, судя по шастрам. И мы можем увидеть определенную эволюцию, по крайней мере, отношение Бали Махараджа к Ваманадеве, к Бали Махараджу. И сегодня у нас начинается ретрит уже через пару часиков, который называется «От Шрадхи до...» «От Шрадхи до Ништхи». И есть разные формы эволюции и развития, которые используются в священных писаниях, используются наши учителя. И в целом, что такое эволюция или прогресс? Это определенное направление развития, да? От низшего к более высшему, от материального сознания к духовному сознанию. И вот поведение Бали Махараджа, оно нас также учит определенной эволюции, и он показывает на примере, на своем примере принцип эволюции, которая описывается в Шри Панишад, где в первом тексте дается закон, закон Ишаваси, Ишаваси Мидам Сарвам, Яткинчам, Джагатьям Джагат, да, где говорится о том, что все во Вселенной принадлежит Господу, все живое и неживое, но находится под Его властью. И каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо, выделено как его доля, и хорошо понимать, кому все принадлежит. И мы видим, что Бали Махарадж, он совершенным образом это проявил. Он хорошо понял, понимал, кому все принадлежит и как все необходимо использовать. И Шри Шипанишат, она как раз описывает эволюцию сознания, постижения Господа и приближения к Нему. В обращении Шрила Прабхупада он говорит об определенном принципе личностного аспекта Господа, хотя это не всегда можно сразу увидеть в обращении. Кто помнит обращение к Шри Шипанишат? Ом Пурнам Удах Пурнам 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 Удачете. В этом тексте говорится о том, что абсолютная истина, она совершенна, она полна, из нее исходит все мироздание, тем не менее, причем совершенное мироздание, бесконечное множество вселенных исходит из полного целого, и полное целое все равно остается в состоянии гармонии, ее меньше не становится. Она полное целое или абсолютная истина создает бесконечное количество благ, и тем не менее он остается полным. И там также описывается, что эти вселенные, все, что создает полное целое, они обладают полнотой. То есть они совершенные. Наша вселенная совершенная. Все, что здесь происходит, с абсолютной точки зрения, все тоже совершенно. И в этом определении сокрыто понимание личности, личности Бога и, по сути, любой личности. Личность – это тот, кто считается великой личностью в истории человечества, самыми великими личностями. Кого мы вспоминаем? Мы вспоминаем тех, Прабхупаду, правильно. И, ну, есть и мирские какие-то личности, которые в миру считаются великими. И вот самыми великими считаются те, кто создал наибольшее количество или наиболее сильные, влиятельные блага для других. Тот, кто принес благо другим, вот их сразу ставят в ранг великих. Они запоминаются об этом. Есть великие личности в невежестве, которые подразумевали, что они несут благо, но в итоге они все равно подразумевали, что несут благо, но причинили много бедствий. Их ошибочно причисляют к великим личностям, но их не считают таковыми. Ну, такие как Гитлер, там, Сталин, да, потому что мы знаем, сколько они вреда причинили, хотя вроде бы как
идеи были у них, по крайней мере, в своих окружениях другие. Но по-настоящему великими считаются те, которые приносят благо. И самой великой личностью, которая приносит благо, является Верховная Личность Бога. Познакомьтесь. И вот Шри Шапанишад, оно проводит от стиха к стиху понимание того, как должно эволюционировать сознание для того, чтобы мы приблизились к пониманию Верховной Личности Бога и построили с Ним взаимоотношения. Встретились лицом к лицу. Последние тексты, это молитвы, тексты в Шри Шапанишад, это молитвы, обращенные к Господу. «Пожалуйста, убери, Господь, это сияние. Я хочу увидеть Тебя». Там уже очень личностные, близкие взаимоотношения. Ну и в нашем случае мы тут видим этот принцип Ишаваси. И это первый шаг приближения нас к пониманию Бога как Верховной Личности. И этот принцип, он нас учит правильному взаимоотношению с энергией, которые принадлежат этой личности. Если мы хотим построить взаимоотношения друг с другом или с кем-то, нам нужно также уважительно относиться к тому, что принадлежит этой личности. Шрила Прабхупада приводит этот пример. Если парень хочет познакомиться с девушкой, то он также должен быть уважителен и к ее собачке. Мы приводили эти примеры уже, что если у него свидание с этой девушкой, и девушка пришла на свидание с собакой, а он ненавидит собак, ну по природе просто, невежественные живые существа, что они меня будут осквернять? И вот, а собачка такая маленькая, на поводке, как сейчас любят ходить такие. И он подходит к этой девушке, дарит ей букет и с ноги по собаке. Какая перспектива построения отношений? Все, это конец. Сразу нет никакой перспективы. Но если он проявляет правильное, уважительное отношение к этой собачке, то это сразу будет располагать эту девушку. И также пример с детьми Шрила Прабхупада приводит, что если мы удовлетворяем детей, то родители, они еще больше счастливы, чем если бы мы попытались удовлетворить их. И это принцип Ишаваси – правильное взаимоотношение с энергиями Господа. Если мы эксплуатируем энергии Господа для своего наслаждения, перед нами закрывается возможность вот этого эволюции сознания и достижения стадии, когда мы будем видеть за этими энергиями всеблагую личность. Два шага, да, получается, два шага постепенного приближения. Первый шаг – мы учимся правильно взаимодействовать с чужими энергиями. И второй шаг – когда правильное взаимодействие с чужими энергиями нас приводит к тому, что мы начинаем отдавать, не только правильно относиться к энергиям, к чужим энергиям, мы начинаем свою энергию посвящать служению этой личности. Это одна из форм эволюции сознания, которая может происходить. И вот в связи с этими текстами и правильным поведением Бали Махарадж, в конечном итоге он проявил как раз правильное отношение к энергиям Господа, ко всей Вселенной. Несмотря на то, что он этим правил, но мы видим, что он не был к этому привязан, он правильным образом использовал эти энергии. Ну, и в связи с ретритом нашим сегодняшним хочется также упомянуть еще, какие есть формы эволюции нашего сознания, как мы переходим от материального к духовному сознанию. И шастры описывают разные сценарии такого прогресса, и очень часто Шрила Прабхупада упоминает, и в данном даже контексте, о котором мы говорили выше Панишат, это эволюция сознания от имперсонального понимания к Богу к персональному пониманию.
И шастры нам дают также методы того, как развивать это сознание. Также еще одна из форм эволюции, как описывается в Бхагаватам, Ваданти Тататва Видастатвам Яджгьяна Мадвайам Брамети Параматмети Бхагаван Итишабдяте. Мудрецы, которые постигли абсолютную истину, эту недвойственную форму, они видят ее как Браман, как Параматма. Браман – всепронизывающая энергия, как Параматма – Господь в сердце. И конечным постижением абсолютной истины – постижение Бхагавана, верховной личности Бога. Это тоже определенная эволюция. Также есть формы эволюции, которые описываются как переход от карма, от карма-йоги к гьяна-йоги, затем к аштанга-йоги, и вершиной является бхакти-йога, тоже определенные ступени. В конечном чего как бы, человек приходит к реализации бхакти. Также описывается еще одна форма эволюции, Шрила Прабхупада тоже не так часто упоминаемая. Относительно недавно Бхактивиджнана Госвами Махарадж дал, сколько, если не ошибаюсь, целых 3 лекции, которые в полной мере раскрывают эту форму эволюции. Это панча упасаны, когда человек вначале он относится к категории шакты, да, и он поклоняется Дурге. Он поклоняется Дурге очень долго, из жизни в жизнь, и в итоге через какое-то время он начинает понимать, что за грубой материей есть более тонкие формы материи, есть что-то более тонкое, и тогда он переходит на следующую стадию, он становится последователем Сурьи. И Махарадж там в этом семинаре говорит, что у нас в нашем обществе на самом деле оказывается, что не так много тех, кто поклоняются Верховной Личности Бога Кришне. Но у нас есть очень много тех, кто поклоняются и Дурге, и Сурье. Когда Сурья, поклонение Солнцу или Бога Солнца, это подразумевает также стремление быть здоровым, что может быть, как это ни странно, но может быть препятствием. Не здоровье, но стремление быть здоровым. Если мы ставим здоровье выше бхакти, то это будет препятствием. Достижение целей, стремление к каким-то результатам – это все поклонение Сурье. А затем человек переходит на поклонение Ганеши, он становится Ганапати, тот, кто служит Ганеши, получает знания. И через какое-то время человек переходит к поклонению Господу Шиве. И только после этого человеческое сознание эволюционирует на стадию поклонения Господу Вишну, и человек тогда уже становится вайшнавом. То есть если мы сейчас, если кто-то уже стал вайшнавом, это означает, что он уже выполнил домашнее задание, он прошел, может быть, не в этой жизни, а в прошлых жизнях, кто-то, может быть, и в этой жизни сумел эволюционировать. И вот это еще одна из форм эволюции и развития. И также наиболее, как мне кажется, известная эволюция, которую как раз мы будем разбирать сегодня и завтра на ретрите, от Шрадхи до Премы, но мы пока поставим промежуточную цель Ништха, потому что если говорить о Преме, о Кришна Према Бхакти, Према Памартха Махан, Кришна во Вриндаване, это самое сладкое, что может быть на самом деле, Кришна во Вриндаване, когда он взаимодействует со своими друзьями, пастушками, с Гопи, с Нандой, с Яшодой. Слаще этого ничего нет. Согласно тому, как описывают это Ачарьи. Но для того, чтобы это почувствовать, должны быть тоже определенные этапы. И вот забраться туда, это все равно, что мы захотим сразу, мгновенно сейчас забраться на Эверест. Кто хотел бы попасть на Эверест? Ну, вайшнавы уже не хотят, а если хотят, я таких не встречал, но если вдруг хотят, то они хотят это сделать только для того, чтобы прославить Кришну. Но если вдруг кому-то закрадется такая идея, то ну, не,
так просто это сделать, для этого нужна подготовка определенная, и физическая, и экипировка нужна, и гуру нужен, который нам расскажет, как этого достичь. И, то есть до того, как достичь наивысшей цели Кришны во Вриндаване, где Кришну никто не воспринимает как Бог, есть определенные этапы, промежуточные цели, и очевидная такая ощутимая цель промежуточная – это ништха. Нам, пока мы не очистили свои чувства и не утвердились в духовной практике, запрыгивать в раса-лилу, очевидно, рано. И еще тоже одна из форм эволюции, в какой-то степени можно сказать, как Шрила Прабхупада, он говорит о том, что перед тем, как занырнуть глубоко